Я хотел бы обратиться ко всем, кто смотрит это видео. Пожалуйста, зайдите в настройки любого своего видео и посмотрите, есть ли у вас возможность загрузить свой значок для видео. То есть вот где вот я сейчас покажу вам наглядно. Если вот кто... Не знаю, то есть... Вот где у вас, значит, видео, нажимаете «Изменить». И вот здесь он слева, справа показывает три значка на выбор, которые сам YouTube дает. И здесь еще должна быть где-то кнопка, чтобы можно было свой значок загрузить. Вот, но у меня ее пока нету. Вот. Или же это может быть, вот когда ты само видео загружаешь, что тут слева появляются три значка. И здесь должна быть кнопка рядом с ней. Вот. Но у меня пока нигде такой кнопки нету. Раньше эти значки были у партнеров, кто в партнерской программе. Это, значит, была одна из их функций. То есть они могут свою любую картинку нарисовать и поставить. Вот, потому что иногда вот эти значки, которые YouTube тебе предлагает, они совершенно какие-то совершенно какие-то тупые получаются. Например, вот у меня кадр, где я снимал себя на мобильный телефон ночью, там рука моя видна. Черти что, да, вообще. Вот. То есть поставить какой-нибудь значок можно для видео. Это вообще красиво будет, разнообразно. Вот. То есть раньше это было только у тех, кто в партнерской программе. Вот. А сейчас я все больше и больше вижу каналов и людей встречаю, у которых уже есть возможность. Они не в партнерской программе, но у них все равно есть возможность ставить значки на свои видео. Вот. И я через Google поискал, я нашел информацию, то, что YouTube постепенно вводит эту возможность всем. Вот. То есть это уже не эксклюзивная возможность для партнеров. Всем. Вот. Так что мне нужно просто, видимо, подождать, пока у меня будет тоже. И вы, все, кто смотрит видео, пожалуйста, вот посмотрите. Какое-нибудь видео свое возьмите, нажмите «Изменить». Вот будет у вас возможность свои значки поставить или нет. Вот. И еще вроде... Да, еще такая информация была, то что у тех, у кого включена монетизация, тому можно. То есть как бы монетизация это тоже... Ну, монетизация это считается, что ты тоже партнер, ты можешь зарабатывать на своих видео. У меня, например, монетизация включена. Вот, чтобы включить монетизацию, вы заходите в свой канал, настройки, коммерческое использование, отправляете заявку, и вам монетизацию включают почти всем. Даже если у вас там два видео, даже если у вас там пара подписчиков, пара просмотров, то есть это не важно. Монетизацию сейчас практически всем включают, вот. А у кого есть монетизация, те могут значки свои поставить, то есть тоже практически все. Вот, но у меня пока нету. Видимо, мне еще каждому нужно подождать, потому что вот, да, одна девчонка мне сказала то, что у нее буквально пару дней назад появилась такая возможность, а у нее еще меньше подписчиков, чем у меня. У нее там где-то 100 подписчиков, там 15 тысяч просмотров. Вот, а у меня 300 подписчиков, там сколько, 200 тысяч, 227, сколько у меня там тысяч просмотров. То есть это не важно. То есть сколько у тебя там видео, сколько чего, у всех такая возможность ставить свои значки будет постепенно появляться. Просто я хочу, вот все, кто посмотрит это видео, чтобы вы сообщили, проверьте, пожалуйста, у себя и сообщите. Вот, есть у вас такая фигня или нет. Спасибо всем за внимание. Кому будет не лень, это для меня проверить.